Всем привет! Так выглядят мои перчики на 2 марта 2024 года, посеянные 15 февраля этого же года. Видео есть на канале, как я их сеяла, предварительно замочив 3% перекиси водорода. Я сегодня буду заниматься пикировкой перцев вот в такие емкости. И один перчик я подготовила вот такой стакан прозрачный. Сейчас объясню зачем. Увидела в интернете вот такое чудо средство кормилица микориза. Решила приобрести. Я слышала, что вообще микориза очень дорогая. Я же приобрела 30 грамм за 30 рублей. Я решила проверить это чудо вот в таком стаканчике, так как микориза положительно влияет на увеличение корней растений. Грунт я подготовила смешанный. Здесь деревенская земля плюс покупная земля магазинная. И добавила немного вермикулита. Перчик мой, хоть он и стоит под лампами, вытянулся. И сейчас мне надо очень аккуратно его достать, чтобы минимально повредить корешки. Ну вот здесь видно корешки. Насыплю немного этого средства. Микориза эта должна соприкасаться с корнем растения. И засыпаю землей. Перец можно заглублять до 7-дольных листиков первых. Я специально оставила место. Сегодня сосыпать сильно не буду, чтобы не травмировать растения. А затем потихоньку буду подсыпать землю. Примерно, ну, получается, на уровне вот этой емкости. Сейчас пока перчик молодой. Когда его засыпаешь до 7-дольных листиков, вот этот весь стволик обрастает дополнительными корешками. Затем поливаю фитоспорином. Этот перчик еще растет. Только 7-дольный листик. Я сейчас пропикирую все, которые выпустили настоящие листики. Растишки мои пересажены. И дальше они отправляются под лампы. Лампы у меня хоть и для растений, но слабенькие. Всего 12 ватт. Так выглядят мои перчики на третий день после пикировки. Состояние у них замечательное. Все как солдатики стоят. Все им нравится. Пикировку пережили прекрасно. И сейчас я добавлю в эти все стаканы немного земли. В стакане грунт влажный. Этот тоже слегка влажный. И я добавляю не до самого верха. Пока поливать не буду. И так засыплю все стаканы. Дня через два я полью перцы. Вот эта земля, которую я сейчас засыпала, она немного усядет. И я еще третий раз досыплю земли в эти стаканы, и все. И перцы мои так уже будут расти. Беспокоить я их больше не буду. И сегодня я еще немного земли досыплю до 7-дольных листьев. Я решила для развития корневой системы воспользоваться монокалием фосфат с янтарной кислотой. Две таблетки янтарной кислоты. Монокалий фосфат развожу. Здесь 20 грамм. Мне надо на литр воды 2 грамма. Примерно вот такое количество. Вначале поливаю чистой водой, а затем уже смесью монокалия фосфата с янтарной кислотой. Сегодня 17 марта 2024 год. Перчики мои подросли, чувствуют себя прекрасно, растут и развиваются. Единственное, что я хочу сказать, что микориза, приобретенная мной за такую цену, не работает. Корешки должны были бы уже оплетать весь стакан. Химические удобрения в своем огороде не использую для ягоды, овощей и фруктов. Выхожу из положения перегноем, золой. Ставлю зеленое летом удобрение. И я не могу сказать, что мои растения угнетены чем-либо. Овощи развиваются прекрасно. Ягоды тоже хватает. Посмотрите, какая шикарная ягода. Зачем
надрывать пупок на своем огороде, если можно такие овощи и фрукты купить на рынке и в магазине. Но это лично мое мнение. Никого к нему не призываю. На этом все. Благодарю за внимание. Всего доброго.